Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 15% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования. В этом году цены вырастут на 7-7,5%. В следующем году под действием денежно-кредитной политики инфляция вернется к цели и составит 4-4,5%, после чего закрепится на уровне вблизи 4%. Поскольку в целом бюджетная политика ближайших лет будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, мы повысили и оценку нашего уровня нейтральной ключевой ставки до 6-7%. То есть при прочих равных нам необходима более высокая ключевая ставка, чтобы обеспечить ценовую стабильность.